Мої вітання. Ми знаходимося в Запорізькому обласному центрі служби крові. Поруч зі мною знаходиться Балавінова Олена Михайлівна. Пані Олена, я вас вітаю. Вітаю. Сьогодні будемо говорити про донорство, власне, хто може бути донором і яких правил варто дотримуватися. Пані Олено, на сьогодні, власне, чи багато до центру звертається людей, донорів потенційних, і чи дійсно є в них потреба? Сейчас у нас идет достаточное количество доноров. Потребность, естественно, есть. Мы рады всем, кто к нам приходит, и нам нужны доноры всех групп крови. Но хотелось бы подчеркнуть, те люди, кто знает, что у них отрицательный резус-фактор, нужны нам сейчас особенно, эти доноры. Потому что в основном наши украинцы, жители нашего города, это люди, у которых первая и вторая группа положительный резус-фактор. С отрицательным значительно меньше. Знаємо, що в обласному центрі збільшені потужності. Чи дійсно це так? І скільки одночасно можете приймати донорів? Пропускна способність у нас большая. И мы и раньше принимали большое количество. Поэтому, в принципе, нам не страшно, чтобы приходило много людей. Но нам доноры нужны просто равномерно каждый день. То есть или сдали 100-200 человек в один день, или равномерно по дням недели. Разница очень большая. Почему мы приглашаем людей приходить каждый день равномерно? Где-то так человек по 50-60, и в принципе это нам достаточно. То есть мы снабжаем всю Запорожскую область. Все больные обеспечены. Отказов у нас не бывает в компонентах крови. Но останавливать вот процесс пропаганды, конечно, мы не можем. Потому что люди забывают, что нужно прийти. Некоторые, посмотрев передачи какие-то, приходят к нам. Вот мы сами звоним, вызываем доноров тех групп, которые нам нужны. Власне, скільки в середньому ось так щодня приходить донорів? В среднем это 50, 60, 70 человек. Работать мы можем сейчас в любых условиях. Нам разрешено работать в полевых условиях, в палатке. Mm-hmm. Все одноразовое. Все, чем мы работаем, это одноразовое. Для прокола пальца скарификатор одноразовый, гемоконы, все у нас. Ничего повторно не используется. Поэтому если люди не знают и боятся приходить сдавать, в плане, а вдруг нас чем-то заразят, такого у нас не бывает. И быть, в общем-то, не может. Хто може бути донором, а хто ні? Донором може бути дієспособний гражданин, которому исполнилось 18 лет, который проживает на территории Украины, имеет идентификационный код, паспорт. Таких людей мы принимаем. И, конечно, этот человек должен быть здоров. Все серьезные хронические заболевания являются противопоказанием к донорству. Серьезные оперативные вмешательства. Но у нас здесь работает комиссия. Поэтому человек может прийти, задать вопросы, пройти комиссию. И тогда мы решим, сдаст этот человек кровь или не сдаст. У нас можно сдать кровь, можно сдать тромбоконцентрат. И можно сдавать плазму. Но сейчас плазмы у нас достаточное количество, поэтому мы принимаем доноров тромбоцитов и доноров крови. Донор приходит к нам и сразу заходит в регистратуру. Работают три регистратора, три компьютера. Картотека отведений есть. Что в этой картотеке? Все люди, которые проживали в нашей области и болели какими-то серьезными инфекционными заболеваниями или же венерическими, данные на них у нас имеются. Проверив человека, мы берем у него паспорт и код. И если в картотеке отведения его нет, тогда мы оформляем карту, и человек идет определять уровень гемоглобина. Если лабораторный тест подходит, проходит, человек дальше терапевт. Анкетирование, осмотр, измерение давления, обязательно температура, пульс. И врач решает, допуск сдачи или нет. А как часто можно приходить и сдавать кровь? Кровь сдается один раз в 60 дней. То есть на 61 день уже можно приходить. А вот если человек сдает тромбоциты, то тогда можно приходить раз в 2 недели. Власне, тими запасами крові, маю на увазі ті, які збираєте від донорів, ви забезпечите область, зазначали. Це мається на увазі медзаклади. Всі медичні заклади обеспечуються тільки нами. І ми завжди виконуємо всі заявки. Кожне утро поступають заявки в соответствии з тим, який больной поступив в яку лікарню, і ми виконуємо.
Які головні правила для потенційних донорів, для тих, хто хоче в цей день, наприклад, або в інший будь-який день прийти і здати кров? Очень важно знать, здоров ты или нет. Это первое. Второе. С 15 часов предыдущего дня и до утра сдачи следующего дня соблюдать диету. Донор не может кушать жирное, жареное, острое, молочное, спиртное. Обязательно нужно отдохнуть. И тогда приходит к нам. Самое лучшее сдавать кровь, конечно, утром. С 8 до 12 – это самое нормальное время. Вот. И тогда мы принимаем после прохождения комиссии. Вот хотела бы подчеркнуть, что обязательно определяем уровень гемоглобина. Если он или низкий, или высокий, то донор тоже сдать не сможет. Умовно кажучи, чи є такі категорії людей з населення, маю на увазі, яким протипоказано здавати кров? Ну, звісно. Всі серйозні, зараз протипоказання – це всі серйозні заболівання, всі острі воспалительні якісь процеси, серйозні оперативні вмішательства – це, звісно, протипоказання до донорства. Хто сьогодні може звертатися і здавати? Це лише жителі, які мають реєстрацію, прописку в Запоріжжі, області чи будь-хто? Ми зараз приймаємо практично всіх, і переселенців теж. Якщо є паспорт і код, картотеку свою, звісно, ми дивимося. Якщо в картотеці чоловіка немає, то, в принципі, і він пройшов повністю комісію, він зможе у нас здати. А якщо, наприклад, якщо говоримо про вимушених переселенців, оскільки знаємо, що Запоріжжя їх приймає через війну, яку розпочала Російська Федерація, але у переселенця може не бути якихось документів через те, що він, наприклад, швидко евакуювався. Як йому ось тут бути? Можна документи в дії. Ми зможемо прийняти цього чоловіка. От. Возможен якийсь другий документ з фотографією, і плюс в дії, номер паспорта, кода, і тоді ми приймемо. Нам надо знать, что это этот человек по фотографии, понимаете, что за него никто другой не сдает, потому что это же анализы, и они будут другого человека. Но таких случаев у нас не бывает, у нас всегда сдают только тот, кто пришел, и это конкретное лицо. Чи бувають випадки, коли приходять на здачу крові і після стає погано, наприклад, погіршується самопочуття, і в зв'язку з чим таке може відбуватися? Причин может быть очень много, это даже эмоциональное напряжение. Вот если человек сдает первый раз от того, что он не знает, да что же с ним сейчас будет, ему может стать плохо. Может снизиться артериальное давление, может наоборот повыситься. Бывает это у нас нечасто, но, конечно, бывает. Врачи квалифицированные, помощь оказывается сразу. И если даже нам нужно, мы можем и домой отвезти донора в необходимых случаях. Но такое случается нечасто. Скільки за часом займає сама процедура здачі? Сама процедура в пределах 40 минут, но если пришло одновременно много людей, то это может затянуться больше. Сдает кровь человек в пределах 5-7 минут, максимум до 10 минут. То есть сама сдача очень быстро. Це якщо про кров, а якщо говоримо про плазму? Это дольше 40-50 минут, потому что сдача идет на аппарате. Тромбоциты и плазма – это сдача на аппарате. Несколько дольше. А сама підготовка донора до цієї процедури відрізняється? Ні, нічим не відрізняється. Лабораторне тестування, єдине, ми определяємо рівень тромбоцитів, якщо донор буде здавати тромбоцити, і все. Власне, знаємо, що також в центрі є нові центрофуги. Вони допомагають, можливо, пришвидшити процес або покращити? Нові центрифуги допомагають заготовити якісний компонент. Вот в этом их важная очень роль. То есть не разбиваются эритроциты в этой центрифуге. Работает она мягко, работает четко. Вот. Это очень важный момент. И большое спасибо тем, кто нам эти центрифуги поставил. Скажімо так, а, наприклад, чи отримували від початку війни повномасштабної з 24 лютого безпосередньо в центр, можливо, волонтерську допомогу або, можливо, громадські організації допомагали? Получаємо, так, да, ми получаємо цю допомогу, нам її оказують і теж дуже, звісно, всім благодарні. Це намного улучшує качество нашої роботи. Це допомога технічна, так? Так, да, да. Сотрудників у нас достатньо, опит великий. Техническая помощь, и мы работаем очень четко. Это помогает больницам лечить больных, раненых людей. Чому важливо, аби, скажімо так, не було занадто багато донорів, а занадто багато крові хто здав, і аби не було мало? Ось тут чи є таке поняття, що зіпсувалася кров? Діло все в тому, що сроки хранення еритроцитів і тромбоцитів маються.
Долго хранить мы не можем. Срок хранения тромбоцитов 5 дней при комнатной температуре на специальном аппарате тромбомиксере. Всего 5 дней. Срок хранения эритроцитов дольше. Считается до 42 дней. Ну, конечно, чем свежее кровь, тем лучше. Поэтому, если не будет таких больных и не будут забирать эти эритроциты, мы можем быть вынуждены списывать эти эритроциты. Вот почему нам лучше, чтобы равномерно приходило меньше людей, но равномерно по дням. То есть свежие эритроциты были каждый день. А особенно тех людей, у которых отрицательный резус. Особенно, так как эти люди могут приходить к нам даже не каждый день. А взагалі центр працює щодня можна проходити? Да, каждый день, конечно. Мы всегда ждем доноров и всегда им рады, потому что лечебные учреждения ждут компоненты. Якщо говоримо про якість крові, то тут можна говорити і про якість плазми. Чи вона має певний термін зберігання? Сроки хранения плазмы намного больше, до 3 лет. Вот в этом легче. То есть запасы плазмы хорошие, и пока мы и не заготавливаем, лишняя плазма тоже нам не нужна. Все у нас в меру, так, чтобы все больницы могли компоненты получить. И они их получают. Нареканий у нас нет. Все срочное тут же выполняется. Чи бывают випадки, коли викликаєте, наприклад, людину, оскільки треба саме її резус-фактор або треба її група крові? Конечно, вызываем практически каждый день доноров тех групп, которые нужны для определенных больниц. Картотека есть, все данные на доноров сохранены, все есть. Волноваться, ой, сколько раз я сдал и где мои данные, не стоит, потому что все у нас это имеется в компьютерной базе. Всегда можно прийти и опять-таки в печатном виде получить ответ, сколько раз сдал человек и что сдавал, кровь, плазму, тромбоциты. За этим мы следим строго. І на завершення давайте зазначимо для наших слухачів і для наших глядачів, чому на сьогодні важливо здавати кров. Сдавать кровь нужно всегда, потому что больные люди, к сожалению, имеются всегда. А сейчас потребность возрастает, потому что особая ситуация, сложная ситуация в нашей стране. И мы должны быть готовы обеспечить в любых количествах, в необходимых количествах эритроцитами, тромбоцитами и плазмой. Ну, я сказала, что плазмы-то у нас достаточно. Все потребности обеспечить, и мы этим и занимаемся. Вот останавливаться нам нельзя. Но я подчеркиваю, что мы никогда, даже в другое время, не останавливались. И я думаю, что люди даже из нашего сегодняшнего разговора поймут, что нужно. Можешь – приди. Здоров – подумай, приди. Даже если тебе страшно. Очень многие люди, которые вначале боятся, потом приходят, спускаются ко мне и говорят: «Боже, так оказывается, страшного ничего нет». А ведь действительно это так. А ты помог человеку. Ты узнаешь результаты своих лабораторных тестов. То есть ты и себе делаешь какой-то определенный положительный момент, пользу приносишь. И, конечно, пользу больным и пострадавшим. Пані Олено, я вам дуже дякую. На цьому ми завершуємо нашу розмову. Хочу ще раз нагадати, що сьогодні ми говорили про донорство, хто може бути донором та, власне, як це зробити.